За два месяца каникул, которые у нас было, она, когда вы поедете, вы будете все с нуля учиться. Эйбан, самый нулевой поток Эйбан, немножко продвинутый C, D, E, F, 6, да? Она, получается, A училась один семестр, B-бан, который будете во втором семестре учить, она самостоятельно за два месяца выучила всю эту книжку, сдала, перепрыгнула сразу на C-бан, сразу. Также ее личный пример. Она всегда общалась только с китайцами. То, что мы всегда и делали, понимаете? Наша болезнь, наш менталитет, мы приезжаем за границу, начинаем находить себе подобных. То есть, опять же, свои, кто разговаривает на русском, на казахском, это большой минус. Это наша болезнь. Давайте от этого немножко отступим. Вы тогда говорили, что тяжело, на самом деле, тяжело не история. Дополнительно, помимо того, что вы учитесь на языковых курсах. А у вас, кстати, часов больше, в отличие от, опять же, Брэд, на примере, где учатся мои студенты, больше, это ВЦБО, у вас больше часов обучения, поэтому у вас еще есть больше возможности зайти в ЧСКИ.